Хранили и сбывали алкоголь в крупных размерах. В тайных комнатах и в гараже оперативники обнаружили внушительный запас спиртного. Расфасованная по коробкам водка дожидалась своего непритязательного покупателя. Низкая цена рождала спрос, а качество – это дело вкуса в прямом и переносном смысле. По подозрению в совершении преступления задержаны четверо жителей Дергачевского и Ильшовского районов. Установлена причастность фигурантов к организации крупных поставок и розничного сбыта необрокированной алкогольной продукции. В ходе оперативных мероприятий, проводимых в Ильшовском и Дергачевских районах Саратовской области, из незаконного оборота изъято более 20 тысяч литров алкогольной продукции различных наименований. На строгом языке Уголовного кодекса действия злоумышленников могут квалифицироваться следующим образом. Ершовским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей поселка Дергачи Саратовской области по признакам преступления, предусмотренного пунктом А, части 6, статьи 171 прим. Уголовного кодекса Российской Федерации хранение в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенной группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Денис Желтов, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.